Снова здравствуйте. В общем, так. Пюре. По-нашему толчонка. Салат вчерашний. Или позавчера. А, он замерз. Помидоры грудка захотела. Блин. Ложку сейчас. Погодите. Кайф, приятного аппетита. Не поесть на ночь. Тем более я сейчас почитала комментарии, сказали, что на ночь есть вредно. Аппетит разыгрался. Не могу. Не могу. Ух ты ж. Кайф. А толчонка какая. Как называют его, метла? Говорят, для похудения хорошо. Так что как раз лягу, посплю, утром похудевшим стану. Представляете, как здорово. Класс. Чувствую, процесс пошел похудения. Ладно, хлебушка съем. Это уже совсем ноль калорий. Ледяной. Ой, аж слезы навернулись. Это соус вымакиваю. По Первому каналу идет какой-то фильм с Хабенским. Боже. Кайф. Хлебушек у меня тоже будет в соусе в этом кисло-сладком. Аж челюсти сводит, как вкусно. Помидоры маринованные. Зашли, сейчас посмотрели цены на дом на колесах. Просто как прицеп. Есть даже за 600 тысяч можно купить. На настоящий дом. Бушный. От 1,5 миллионов и выше. А представляете себе? Вот видишь, в доме на колесах, где захотел остановился, у тебя кухня, кровать, душ, все необходимые вещи,
Ничего не нужно выгружать, загружать. Все, вот оно, на, пожалуйста. Кайфуй. А как мы любим путешествовать, так и вовсе. Я бы хотела, честно говоря. Может быть, когда-нибудь. Воплотиться в жизнь. Угу. Лишь бы не в глубокой пенсии. В смысле, в старости. Что, в принципе, одно и то же. Как у нас возраст для пенсионеров растет. Так, может, как раз в 90 лет, когда наступит пенсия, я смогу себе позволить дом на колесах. Если, ну, в смысле, финансово. А ногу уже задрать туда не смогу. Подождите, возьму томат. Так и буду стоять рядом с этим домом, смотреть на него. И понимать, что трясущимися руками уже все. Не доехать до Алтая. Корочка хрустящая, еще и не убрали в пакет хлеб. Он еще подсох. Сейчас только убрала, увидела. Угу. Сын и муж убирали со стола. Я не участвовала. Я уже отдыхала. Какой-то фильм никогда не видела. А кто имеет опыт проживания в доме на колесах? Есть такие, кто меня смотрит? Очень интересно мнение ваше было бы послушать. Или, может, у знакомых, у кого есть. Я вот такие ролики смотрю, прямо, знаете, от зависти. Чувствую, как закипаю. Я имею в виду, прям люди чуть ли не живут в них. Девчонка одна в ТикТоке. ТикТок, Инстаграм. 9 месяцев уже путешествует. Я когда смотрю ее видео, прям слезы наворачиваются. Без 20 часов ночи. А встать надо пораньше. Я сегодня встала в 8. Шлейф. Пюре сделал муж просто восхитительное. Правда, вкусно. Я, кстати, заказала завтра доставку еды, но продуктов, порошка, химии кое-какой приедет вечером с 9 до 11 ночи. Я хотела с утра, но есть такая вероятность. С утра не получилось вообще. Видимо, были забиты уже у них это время, все. С 12 до 2
Но я же не буду с 12 до 2. Мужа тоже не будет. А сын это не проснется, еще будет спать. В общем, решили на вечер, на 9 часов. Ну что? Яйца я сегодня не купила. Молоко. Чего еще туда взяла? Яйца, молоко, стиральный порошок, мука. Это ни много ни мало, но не помню. Чай. Пакетированный муж любит. Чудесно. А вот теперь доброй ночи и до завтра. Все. Целую, мои сладкие. Пока. Хороших снов.